лидер квалификации. Виктория Листунова, олимпийская чемпионка Токио в составе команды. И второй прыжок. Могла бы быть повыше у нее, но давайте посмотрим Вику Листунову. Это два лидера нашей сборной. Вика делает новую связку, которую только на этом чемпионате добавила. Сейчас как раз поставить, снять перелет. Уходи, Сережа. Хороший полет на верхнюю жердь. И легкое переставление руки. Зачем? Немножко неудачно накладку поставила. И соскок. Стоять! Высший класс пилотажа. Уже третий вид многоборья. Вика Листунова на бревне. Сейчас это сильнейшая команда здесь. И, пожалуй, после этого вида будет уже что-то более-менее понятно. Как легко, воздушно. Сложнейший прыжок. Твист. Восходное приземление. Очень здорово, подконтрольно. И тоже 1080 градусов поворот. Блестяще удается Листуновой выполнить. И вот, дорогие друзья, посмотрите, какие шпагаты надо показывать здесь в упражнениях на бревне. Какие прыжки, размашисто, хорошо. Стоять, стоять, держаться. Их чуть-чуть не хватило. Но это вот коварный переворот сальто. Вперед. Да, с этим приземлением, которое не видно. Но теперь я могу выдохнуть и включиться уже. Она сделала самое плохое, что упала. Вот. Но для нее слишком высокий запас, у нее слишком высокий от Ангелины. Но обратите внимание, что она сделала в начале упражнения. Твист на бревне. Это, понимаете, с места, ни с какого рода. Вот отойти от снаряда, развернуться на 180, еще сальто вперед и опять вернуться на снаряд. Это очень сложно. Обратили еще внимание, как она делает этот твист? Бывает так, что, например, они прыгают да. И вращение. Да, хорошо. И это надо сейчас. Посмотрим. Молодец. У вас двумя полугруппировки, ничего себе. Ничего себе, парень позавидует. И вот, судя по всему, новый элемент, который тоже делает. Вика. Двойной твист, согнувшись. Фантастически сложный, конечно. Давай, давай, молодец. Ну, заступ. Нет, казалось, не уместится. Так, все так. В порядке. Да. Пошли охотники за привидениями. Ой. Смотри, пыталась. Пыталась, да. Но... Мне кажется, неожиданно для нее было.